Привет, народ! Мы продолжаем проходить растения против зомби, часть вторая, темные века. Смотрите-ка, у нас тут кое-какие квесты выполнились, да? О, отлично, два гема. Итак, в этой серии мы пройдем 14, 15 и 16 уровни, а точнее сказать, местные ночи, да? Потому что в этом мире только лишь ночи. И как раз таки приближаемся уже к зомбоссу. Итак, друзья, 14 уровень. Поехали! Нам надо накопить 5000 солнышек. Окей. И я смотрю, там Гаргантюа у нас будет присутствовать, да? Ну как мы построим нашу стратегию? Так. За нас уже выбрали тут вот этот солнечный боб. Конечно же, он нам поможет. И также выбрали за нас вот этот плющ. Даже не знаю, что взять. Тут много что можно взять на самом деле. Давайте что-нибудь подешевле. Поэффективней. Раз мы будем накапливать солнечную энергию, может быть, тогда и специальное растение прихватим. Но я думаю, неплохо. Очень неплохо. А не будем брать эти грибы. Они, в общем-то, неплохие. Я бы вот этот вот гриб, может быть, бы взял, но не знаю, друзья. Этот гриб. Ну ладно, обойдемся без него. Начинаем.
Практически накопили. Так, условия мы выполнили. Отлично. Ну, все было довольно-таки просто на самом-то деле. Даже еще остался Planfoot. Так, интересно. А, черт, у нас лимит на солнце, друзья. У нас есть некоторое количество солнышек, и нам надо построить оборону. Ясное дело, сделать это будет непросто из-за вот этих вот волшебников. Так было бы, конечно, все просто. А, ну давайте попробуем. Это вот обязательно. Это обязательно. Арбуз можно прихватить, почему нет? Беру самое необходимое. Так, ну что еще может понадобиться? Пушку тут брать, я думаю, нет смысла. Тройной за 300. Нет, слишком дорого получится. Ну все, тут особо-то больше ничего и не возьмешь. Ну, может, конечно, попробовать еще дракона взять, но вот эти мерлины не дадут нам нормально провести, так сказать, оборону. Бонг Чой надо на каждую линию ставить. Слишком много потратим. Уверен, что будут надгробья. Видите, мы не можем взять вот этот плющ. Двойной грохомет, в общем-то, неплохо, но опять же он 200 стоит. Это сложный уровень, я вам хочу сказать, в самом-то деле. А что если два ряда вот этих замечательных грибов?
Ага. Ну, неплохо, я считаю. Эти грибы на самом деле имеют очень большой потенциал. Они реально очень хорошо работают по одной линии. А два гриба, стоящих рядом, это вообще шикардосик. Ну, сейчас посмотрим. Так, у нас тут пошли шуты. Если что, у нас есть три пленфуда. Посмотрим. Отличные грибы, отлично работают. Так, ребятки начали прогрызать мою стену. Таки прогрызли, да? Кто тут еще плен? Так, чертовы Мерлины. Хочу я на них пленфуд тратить, может быть мы их так обработаем. Да, смотрите, вполне неплохо. Я думаю, что есть резон восстановить стенку. Хотя... Подождем, когда эти ребятки поближе подойдут. Можем обновлять, да, в принципе, чё. Короче, Мерлинов сдуваем. Пока они нам тут все не испортили. Еще вот там, я смотрю, есть один чувак. Thank you.
Ну, в целом неплохо, друзья. Не прошел никто. Кто бы мог подумать, да? А грибы они такие, да. Мощные получились, ребята. И у нас новое растение. Так, у нас тут появляется еще один новый зомби. Король. Я примерно знаю, что он делает, друзья. Он одевает шлемы на зомби. И они, конечно же, становятся сильнее. В общем, все в сборе. Не хватает только Гаргантюа, да? Ладно. Так, что мы здесь будем делать? Грибы, кстати, неплохо себя зарекомендовали на самом-то деле. Можно было бы их даже взять, я думаю. Так. Боб тоже придется взять вместе с солнечным грибом. Ну и магнит, конечно же. Так, что еще? А еще мы не взяли плюща. Вот только за место чего его брать, все как бы нужно. Ха. Вот опять не хватает слота. Вот именно плющ нужно взять. Минимум. Казалось бы, и так берешь. А ведь не хватает. Я бы еще, конечно, шипы взял. Без баба нам тут будет весьма-весьма туго. Мы не получим большого количества солнца без этого баба. Тут как бы ничего не выкинешь, если только этот магнит выкинуть. Он, этот магнит ослабляет зомбаков. По идее, они должны проще убиваться. Но без стенки никак. А давайте, может быть, без магнита построим прохождение. Есть у меня кое-какая идея. Но опять же, нужны шипы. И грибы эти тоже нужны, как бы. Так, ладно. Глуп, конечно, но думаю, что в этом есть резон. Поехали. Oh.
Thank you.
как-то так. Да, конечно же, задумывалось все не так, наверное, но мне кажется, так тоже можно. Вполне себе эффективно. Итак, друзья, давайте-ка на этом завершим, я думаю. В следующий раз продолжим. У нас как раз останется 17, 18 и 19 уровни перед доктором Зомбосом. Я благодарю вас всех за то, что смотрели это видео. Увидимся. Всем пока-пока.